Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Чуваки, новостей было очень много. Я смотрел на некоторые новости, смотрел, какие проекты там вообще написаны. Я офигевал, что вообще происходит, откуда они берутся, почему? Вот постоянно у меня вопрос. Вот я как будто. Вы понимаете, в чем дело? Я же выпускаю вот эти вот новостные видеоролики каждый день. Иногда там, знаете, когда пропустил один день, выпускаю в другой день уже два видеоролика. Потому что, типа, ну а как иначе? У меня же ролики должны выходить каждый день. Вы сами понимаете, что типа, если я не выпущу, то кто я такой? Я, типа, ну, я не знаю, какой-нибудь там пидорас мне имя, если я вот не выпускаю ролики, там, знаете, два ролика после того, как я один день уже пропустил его, потому что, ну, а как так можно, я не понимаю. Поэтому сегодня давайте, давайте вообще я сделаю две новости в одном видеоролике, чтобы особо сильно воду не лить, чтобы там, знаете, дотянуть до 8 минут, просто там, знаете, две новости, одна по КРМП проекту, который вообще, типа, знаете, как Гусейн Гасанов или как Иси Дипсайз, никто не знает, кто это такие, но почему-то у них есть подписчики, почему-то на эти проекты, на группу вот всех этих проектов подписаны мои вот друзья из ВКонтакта, то есть я их сам там по сути, наверное, не знаю, но друзья какие-то подписаны, какие-то даже рекомендуют. Я типа сижу, думаю, откуда эти проекты? Что, я же выпускаю новости каждый день и их не видел вообще никогда, или вот там пропускал мимо глаз вообще, а сейчас они просто настолько вот мозолят все эти глаза, что я не знаю, что это такое. Давайте начнем. Начнем мы с КРМП проекта, как он называется сейчас, подождите, блядь, просто пиздец. Just Russia, то есть только Russia или Just, как переводится, Just, сейчас, подождите. Так, Google Translate. Так, Just. Только Rush, только Россия. То есть там, наверное, будут только российские автопром, там, знаете, типа ВАЗ-21, там, есть сколько, да, 09 или 14, какие машины вообще есть, я не знаю. И типа, и ты сидишь, думаешь, ладно, давайте посмотрим, что вообще выпустила вся эта Just Russia. Just Russia показала здание автошколы, как вам моделька? Давайте посмотрим, типа, моделька какие-то, знаете, вот, VLC, логотипы VLC плеера тут летают, вот, те, кто шерит, те шерит, те, кто, возможно, 2010 года рождения, те, может быть, и не поймут. Но вот эти вот VLC, вот эти логотипы, зачем они тут нужны, я не особо понимаю. Вот это вот, допустим, слева штучку, ее можно было бы засунуть под все это здание, выглядело бы немного получше, а так они, типа, летают вот все тут и не особо понятно. Однако здание автошколы и, ну, наверное, оно выглядит как какой-то продовольственный даже не, знаете, как военкомат какой-нибудь, вроде того, то есть вот прям, ну, я не скажу, что это здание автошколы, тем более у них окна такие, как из Майнкрафта, знаете, плитку вот эту всю скрафтить и, типа, такое, Just Russia. Я не знаю, что это за проект, я не знаю, кто это вообще такие, но вот, знаете ли, их я немножечко так вот обсудил в своем вот этом вот видеоролике. Но давайте перейдем дальше к проекту, который я тоже не знаю, откуда он, я не знаю, кто его делает, я не знаю, что вообще с ним происходит. Однако давайте вот обсудим его также. Спустя очень длительного затишья, закашлялся. Я не знаю, что это такое. Затишье. Онлайн ролеплей поделились скриншотами из разработки обновления. На скрине можно увидеть обновленный магазин одежды. И типа, я смотрю на все это, я типа, тут какие-то маршмеллоу, вот это рэпер, там, знаете, вот как зефирки вот эти вот все, или что это, маршмеллоу, что такое, непонятно. И Джокер. Типа, мне кажется, что выглядеть в игре все это будет, типа, не особо, типа, ну ты бегаешь по всей вот этой онлайн ролеплей, тут Джокер бегает. Типа, ну, какая-то хуйня, это уже, блядь, не ролеплей, РПГ какой-то, как часто любят говорить какие-нибудь там, я не знаю, завистники, агрессоры, хейтеры Arizona RP. Типа, блин, вы знаете, Arizona RP это на самом деле не РП, это вот РПГ, пусть они уберут из названия все это и там играют сколько угодно. Ну, может быть, оно и так, но в целом, типа, ну, рулиплей, просто лайт рулиплей, типа, там можно иногда отыгрывать, иногда его даже отыгрывают, но не особо часто, не особо
особо правильно и не особо вообще вот все они правильно это делают. Потому что там чисто одни, знаете, вот эти вот биндерботы. Лучше бы действительно вот эти вот даже какие-то малейшие отыгрывания РП убрали. Потому что, ну, я не знаю, чисто там, знаете, когда вот какую-то таблетку тебе врач передает, вот только в том случае там самой системой что-то пишется. А так, чтобы люди сами не сидели там, не вводили это слэшми, там, то есть все, подрочился командами, ушел туда-сюда, ггг, ммм, все. То есть кому это надо? То есть, ну, я кто играет на full roleplay проектах в 2021 году, когда всем уже давно нравится фармить вот эту вот всю свою игровую валюту и все, и больше людям абсолютно точно ничего не нравится, все. То есть кому это надо, кто за всем этим стоит, не особо понятно. Однако тут, типа, онлайн роллиплей, при этом они же даже не отмечены, вот это вот онлайн роллиплей, типа, они стали уже даже брать деньги за рекламу, не отмечая или что, потому что, ну, выглядит вот именно таким образом. Может быть, я ошибаюсь, опять-таки, но в целом, типа, выглядит не особо так, знаете, доверительно по отношению ко всему этому, и поэтому ты, типа, сидишь, думаешь, блин, а оно, типа, нормально или ненормально, или что там вообще такое происходит, не особо понятно, поэтому, типа, вот, вроде того, возможно, может быть, и нет, но вот это вот онлайн ролеплей, типа, ну да, ладно, хорошо. Есть еще одна новость, давайте три новости обсудим за сегодняшний выпуск новостей, чтобы было, так знаете, вы более все это подробно знали, потому что, типа, почему нет, да? К нам тут попала история названий группы онлайн ролеплей. Есть алды, которые подписаны на них еще до названия онлайн ролеплей, тут они, типа, пишут, сообщество сменило название, сообщество грит ролеплей, актив ролеплей, актив ролеплей, потом они сменили на, там, знаете, онлайн ролеплей, сам по Android Mobile, и потом стало чисто онлайн РП. Оказывается, проект существует, вы представляете, с 2018 года. А сколько нихуя, сколько вообще подписчиков вот ВКонтакте у них? Давайте посмотрим. Онлайн, так, роли, онлайн РП же у них, да? Онлайн РП, 8000 подписчиков всего, типа, а нет, вот, онлайн РП, сам по Android Mobile. 121 тысяча, ничего себе, чуваки, вы вообще, я думаю, это какой-то ноунейм проект, а тут 100 тысяч подписчиков, это больше, чем у меня на всех соцсетях вместе взятых, понимаете ли, в чем дело? И, наверное, там даже онлайн какой-то есть, мы же можем зайти в Life Mobile, посмотреть, какой там онлайн вообще на всем этом проекте. И хуя, он топ-3, вы представляете, я особо не знал, что там вообще с этим онлайн ролеплей, а он топ-3, оказывается, его только там, знаете, Mordor ролеплей догоняет более-менее вот так, типа, и все, а так он топ-3 проект. Ну, типа, это прям, возможно, на скрине вы сейчас видите, что там перегнали, передогнали, перевод это вот все сделали, и все прочее, но в целом, типа, ну такое себе, что-то я вообще хуй знает, я не знаю, без понятия вообще, зачем, для чего, нахуя, не особо понимаю. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, с вами был я, ZDC, Zidane Семен 2, Zidane Семен 48, подписывайтесь на канал Семен, ставьте тут лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, отписывайтесь от канала, все вот эти вот прочие вещи вы также как бы делаете. Увидимся, нет, подождите, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, вся информация в описании, там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, вы как бы заходите, там все вот это вот будет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем, разумеется, до свидания и пока.